Вы же знаете, да, добрая печальная история этого бомбоубежища? Нет, это, я знаю. Это, вот так вот, оказывается, у нас центр адаптации. Такое творится. Придешь, выгонят. Чтобы содержать, это же ведь тоже... Нет, правило одно. Здесь у нас 18 человек живут. 18 человек ночуют здесь. Мы вот так как? Вот спим. Вот здесь спим, как шпалы. Друг рядом возле друга, греемся. Сколько здесь вы уже сами время обитаете? В Астане с апреля месяца. А в этом бомбоубежище? В этом? Вот как уже здесь? Больше месяца. В адаптацию придешь? Мне сказали, ты, говорит, в черном списке и не запускают. А почему в черном списке? Потому что ночью один раз ушел. Вы здесь только ночуете, да, получается? Да. А днем вот... Днем ходим, работаем, колымем. Началось с того, что я сам был тоже в такой подобной ситуации, но я жил в машине, это в Талдыкургане было, там было затруднительное положение, и сидел, и смотрел, то есть я считал себя там каким-то ущербным, в смысле, что мне нанесли ущерб, я вот без денег, и просто смотрел, как человек в мусорке зимой берет вот этот замерзший суп и начинает грызть. И тогда просто я подумал, что сейчас гораздо хуже другому человеку. Через 3 месяца я уже прямо в самый мороз начал этот проект. 6 лет прошло. Мы кормим, потому что просто кормим. То есть нет никакой цели, мы не преследуем каких-то больших. Вытащить удалось на вокзале около 35 человек. Почему? Потому что там в основном это не были как бы такие закоренелые бродяги. Это были прежде люди, которые кинули на стройках. Этих людей мы сразу же в первый, во второй день мы стараемся отправить домой. Поэтому шансы есть. Мы приезжаем, кормим, люди смотрят. И у людей там уже как бы рождается такая надежда, что, может быть, надо бросать. И многие возвращаются к жизни. Мы собираем соцработников и хотим открыть хостел. Это как бы наша цель, основная цель. Есть такая, как бы мы ничего не выдумываем, есть уже в странах Европы просто большое помещение для кормления. И тот, кто хочет, тот остается на ночлежку. И единственное условие, что чтобы они во время того, как они принимают пищу, не пили. И все. И люди будут приходить, потому что просто оставаться ночевать. Может быть, из тех, кто бывший бродяга, он может быть тоже стать соцработником этого хостела. То есть, в принципе, схема очень простая.